Приветствую вас на канале Айкибай. Сегодня к нам обратился владелец Citroen C5 2004 года выпуска с проблемой чип-ключа зажигания. Это выкидной чип-ключ зажигания черного цвета с тремя серыми кнопками «Открыть-закрыть» и «Багажник». Такие ключи идут также на Citroen Xara 2. Проблема этого чип-ключа в том, что у него с возрастом стали плохо нажиматься кнопки в результате износа графитового напыления на резинках. Буквально неделю назад ключ вообще перестал дистанционно открывать и закрывать автомобиль. После бесплатной диагностики наши специалисты нашли причину. Вышел из строя приемопередатчик устройства, отвечающий за выдачу радиосигнала. Корпус не обязательно тут менять. Он целый и не убитый. Ремонт будет заключаться в замене резиновых кнопок и замене приемопередатчика. Вот как выглядит ключ после ремонта. Как видите, у нас теперь есть рисунки. И ключ работает как часы. Если у вас возникла проблема с ключами зажигания на Citroen или на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш хозяйский ключ, или вы потеряли все чип-ключи на вашу машину, то вы можете смело обращаться в компанию Айкибай. Мы вам поможем.